Перед отправкой снимаю коротенькое видео. Это город Кинешма. Формы для фидерных кормушек пуля. В общем, в этот раз я сделал усиленные болты, поставил. То есть тут получаются вот такие болтики. Они хорошо сдавливают сетку и стержень. Диаметр стержня 29. Клеток тут получается 16. Тут даже с нахлестом получается, за счет того, что болты усиленные. В этот раз я поставил. Сейчас я хочу поймать фокус. Надо на почту спешить срочно. А фокус не ловится. В общем, стыка не показывается стык пока. Вот здесь вообще спрятан. Здесь хорошо сдавили болты, сетку. И получилось 16 клеток. Мне просто, к сожалению, нет времени. Тут уже почта закрывается через 20 минут. Надо успеть попасть. Вот пластика образцы закинул. Так как по выхлопу. Изготовление пластика не хуже, чем пулю изготавливать. Вот крокодил, аллигатор отправил. То есть можно и форму, и сетку заказать. Тут на аллигаторе нержавейка. Здесь оцинковка. То есть посмотришь, надо тебе, не надо. Дима, у тебя такая кормушечка. Образец. Не знаю, кто отправлял тебе, прошлый раз не отправлял. Почему так? Вот так. Можешь расширить свой ассортимент. В общем, как-то вот так все это. Ручки, накидные болты. Все удобно, легко собралось. Собралось, разобралось. Вылилось. В общем, вот так. Все, побежал на почту.